У них, наверное, эти кубики магии закончились. Там надо немножко добавить для вкуса, чтобы дело приготовить. Там лапша закончилась. Лапша закончилась, да. Слишком большие уши стали у народа. Лапши уже не хватает. Штук 20 всяких этих. Жалоб, заявление по направлям. Вот он тебе и забрал дело. Короче, по рукам пошло дело. Уже больше месяца ждем. Там, наверное, что-то не подшито, там подшивают быстро. Невидимой ручкой подписывают, что прошито, пронумеровано, невидимая печать. Ожидайте. Опять что-то нервничает. Ожидайте. Карту колод, короче, собирает. Это что, опять прибито, да? О, как замечательно. Растет дело, размножается. Об уголовной ответственности предупрежден. А кем предупрежден? Так тут написано «предупрежден» в прошедшем времени. Предупредите сначала, потом я распишусь. Вы отказываетесь? Вы меня слышите? Игнор полнейший. Че, к председателю идти? Благодарствую за честный ответ. Молчание – это честный ответ. А вот каждый день новый порядок. Отлично. А кто предупредил? Тут не написано. Сам себя предупреждает? Вас предупреждают. А кто? А кто предупреждает? А кто предупреждает? Я не буду ничего писать. То есть вы отказываетесь подписывать? Отказываюсь. Отказались подписать? Дело опять что-то прибили. Со степлером первую страницу пробиваете. А куда вы понесли мою бумагу? А куда вы уносите дело? Это уже месяц ждем. Признаки мошенничества усматриваю. Дело взяли, унесли. Тю-тю, переварилось точно, сгорело на плите. Прошло 3 часа, а дела все нет. А знакомиться с материалами можно? А сколько можно ждать? Уже месяц жду. Не знаю, что делать. Придется знакомиться. Ну что, познакомите? Так я уже месяц жду. Не готов. Рецепт забыл. Можешь чем-то помочь? Ура! Вот можете ознакомиться с материальным делом. А подтвердить можете свои полномочия? Молчите? Значит, нет никаких полномочий. Что за новые порядки какие-то? Все в порядке? Мне 2 года назад Шерстобитов тоже убеждал, что нет технической возможности. В итоге предоставил. Все в порядке? Да. Ничего не испорчено. Сейчас заново будете, да, перепрошивать? Знакомили? Целый месяц они его готовили, в итоге приготовили.